Было два запроса. Первый — это математика спецэтапов. Я так и не понял. Мне он написал, Сашка, недели две назад. И говорит: ты можешь выступить на брифинге ММБ? Я говорю: какой день? И он попадает ровно в единственный день этой осени, когда я могу. Потом пишет: а можем мы перенести на 20-е? Я говорю: не на 20-е, ну на 20 января, может, можно. Привет. Вот. Ну, короче, я не знаю, как ему это удалось. Это был вот просто единственный, буквально единственный. И он сказал, что нужно рассказать, может ли математика помочь разгадывать спецэтапы. Да, и тут, значит, конечно, ответ такой. Это смотря какой спецэтап, друзья мои. Это иной спецэтап, он к математике отношения имеет. А иной, в общем, никакого не имеет. Логика. А еще лучше холодная голова. Холодная голова. Вот идет снег. Руки замерзли насмерть. Трусы мокрые, а голова холодная. Вот, сидишь и смотришь в карту и думаешь: блин, что это такое? Вот был этот ММБ 2004. Да, второй запрос был от Оленьки, чтобы я вспомнил свои собственные ММБ. Потому что там вот уже в ВК кто-то написал: Саватеева на ММБ. А что значит Саватеев на ММБ? Я что, не был на ММБ, что ли? Я был раз 10, ну, 7 точно. 10 с питерскими вместе. Вот. Поэтому, ну, я написал, что на пенсии, наверное, вернусь. Может быть. Ну и, в общем, будем перемежать воспоминания и математику, хорошо? Вот, значит, вот про 2004 год я помню. Это был один из первых ММБ, который был в Москве. В Москве вообще, сейчас, ну-ка давайте вспоминать, или это был 2003? Первый был... Третьим я участвовал. Вообще во втором я поехал... Мы со Славой поехали в Питер, да, в 2002 году. Посмотреть на это шоу. Там, значит, у меня остался отчет, мне Тонис его прислал, я его потерял сам. Он в интернете у Славы Завьялова на это самое лежит. Можете посмотреть. Я, правда, тогда матом ругался еще. Сейчас никогда... Там же есть. Да, да. Вот. И прямо очень, действительно, я прям вспомнил все, как мы прямо на старте было уже ниже нуля, и ну, некоторая компания лиц очень весело напилась, и я в том числе, больше всех. И первый этап прошел как на одном дыхании прошел. И тогда еще никаких специалистов не было, и я прибежал этот первый этап, третьим прибежал, с отрывом 20 минут от первого. При том, что когда я вначале бежал, у меня все вот кружилось перед глазами. Я не понимал, где вниз, где вверх, где вниз, где вверх, там какие-то болота, там пересекал просто подряд, ничего не глядя. Но протрезвел очень сильно вот этим в конце, через 3 часа. Я уже 10 лет почти ничего не пью. Но тогда было весело, да. Ну вот, а вот какой ММБ содержал... вот там некое описание было, КП. Это КП... завершалось многоточием. Длинное-длинное описание. Та-д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 а. И многоточие. И дальше на одном из КП было наверху написано 30. И вот было 4 или 5 человек, которые взяли это 30 и поставили в конец описания. И получилось... К юго-востоку 30 метров, вот, значит, лесного квартала, многоточие номер 30. А по самому маршруту однозначно восстанавливалось по номеру квартала, где может проходить, вот, где, от какого угла квартала номер 30 это можно отсчитывать. Или даже в описании это было. В общем, не хватало в описании только номера этого квартала. И вот 5 человек, среди которых был победитель Международной Олимпиады по математике Дима Иванов. 5 человек взял этот КП из всех, кто участвовал. Догадалось вот это совместить. КП давал минус 2 часа ко времени. И, соответственно, Дима Иванов там очень сильно поднял свой результат. Очень сильно. Ну и здесь, слушайте, ну может ли здесь помочь математика? Не знаю, но если международный, значит, мастер математики выигрывает, да, чемпион мира по математике этот КП получает,
один из пяти, значит, наверное, все-таки математика имеет к нему отношение. Но я не догадался, я не смог. Я видел 30. Ну, я думал, мало ли 30 написал какой-то дурак, да, написал 30 на дереве, зачем? Ну, мне не сложилось, что это нужно поставить конец того описания. Но есть некоторые ситуации, когда математика помогает совершенно точно. Это когда в спецэтапе приведена фотография. А это бывает достаточно часто. Согласитесь, да? Каждый второй, наверное, раз. Ну, иногда там через жопу это все вывернуто, инверсия, да, какая-то делается. Тут тоже есть своя наука, но более сложная. А вот фотографирование — наука, которую я вам сегодня вполне могу рассказать. Итак, вот, допустим, у вас нарисовано на фотографии, нарисовано, значит, ну вот вы можете восстановить, что есть некоторая дорога, да, какая-то или лесная просека, и есть на фотке там какие-то объекты, и в том числе КП. Да, вот какие-то объекты. Объекты, которые безошибочно разгадываются на карте. Предположим такую ситуацию. Если она другая, ну, не повезло, братан, да, тогда что-то другое надо делать. Но, допустим, вы можете безошибочно угадать несколько объектов на карте, которые на мест, ну, то есть на фотографии понятно, чему соответствуют на карте, да, понятно чему. И вот по этим объектам, по расстоянию между ними, вам нужно вычислить местоположение на карте вот этого КП. Ваши действия, дорогие друзья. Выбираем наиболее шерстную траву. Ну-ка, давайте. Вот у меня вот это на фотографии все это видно. Можно измерить. Перспективы. А вот такие тире. Ну вот первая идея. Ну вот я, допустим, вот я, вот смотрите, снял вот эту информацию. Здесь увидел ее на просто моей карте. Просто по нескольким точкам восстанавливаем амплитивное преобразование, брат. Ну вот ты сразу все заспойлил, да. Но просто я хочу сказать, что первая идея, которая приходит в голову, ну давайте, вот сейчас только блондинки участвуют. Вот только, да? Только. Те, кто математику не знают, как вы будете считать? Вот вы имеете вот такую фотографию, напрямую несколько объектов, в том числе КП, и какие-то другие объекты, которые там можно идентифицировать на карте, на вашей. Вот на карте тоже можно их заметить. Они тоже все лежат на одной прямой здесь, вместе с КП, который неизвестно где. Ваши действия, дорогие? Померить расстояние, да, вот это расстояние, например, А, так, это Б, это С, да, а это А большое. Что дальше? Пропорции. Пропорция, правильно? То есть берете B, B относится к А, как вот этот X, да, относится к А большое. Так или не так? Все, да, вычисляете X. Идете туда и находите вот такой шершавый, извините за выражение. Если там широкоугольный объектив, вот это вот сделано. Все что угодно. Самое точное. Никакого КП ни на каком разумном расстоянии здесь не будет. Ну, теперь объясняй. Кто сказал проективное первый? Объясняй, почему. А? Что? КП ищем. Ну как, ну вот у меня на фотографии вот это Б к А. Ну и на карте, естественно, тоже, да? X к А. Не сохраняется. Вот, вот. Математик правильно говорит. Пропорции при фотографировании не сохраняются. И если это единственное, что вы сегодня вынесете из моего доклада, вы уже лучше пробежите к ММБ. Потому что вы не будете считать пропорции, зная, что они не сохраняются. А что же тогда сохраняется? Двойное отношение. Вот. Ты что закончил, дорогой друг? Сдавайся, колись. ВМК. ВМК, МГУ, да. Значит, действительно. Пожалуйста, у вас здесь линейный объект. Линейный. А, Б, С. Да. Да. Вот я беру фотку вот этого вот. Вот так вот я фотографирую самолетик. Кто не любит самолет фотографировать, да? Вот. Ну, вот это вот, она не параллельна вот этой.
И из-за этого пропорции не сохраняются. Модель я сейчас нарисую. Модель состоит в следующем. Сейчас я тряпку найду. Или нет ее? А какой-нибудь салфет? Вот, все есть. Отлично. О, значит, модель нужна математическая, нужно понять, как действовать, потому что если бы вообще ничего не сохранялось, это у нас бы никакая математика нигде не работала, все бы было в жизни хаотично. Вчера 2 плюс 2 – 5, сегодня 3. Да? Но нет же, жизнь подчиняется математическим законам. Так вышло, да? Так. А? Так съемки известно? А, нет, совершенно не важно. Абсолютно. Это не имеет значения. Я сейчас покажу, какая величина всегда сохраняется. И поэтому ее значение на съемке будет такое же, как на местности. И эта величина, как ты сказал сам только что, называется двойным отношением четырех точек. И она будет одинакова. Поэтому если ее вычислить на фотографии, после этого подставить на местность, получится уравнение с одним неизвестным, вы его решите и будете точно знать координату этого КП. То есть точно знать вот это вот требуемое расстояние. Пойдете туда, возьмете КП и скажете спасибо, Саватеев, за брифинг, который ты провел, да? Вот. Ну и что? А? Да. Вторая пересдача весной в мае. Значит, вот поверхность фотоаппарата, а вот местность. Модель, ну уж извините, искривлением из-за поверхности Земли мы пренебрежем. Тут, может, вы на 2 сантиметра промахнетесь из-за этого мимо КП. Но, наверное, все равно вы увидите. То есть тут надо включать разумную как бы степень пренебрежения, да? И кривизной Земли на ММБ даже для самых лосей можно все-таки пренебречь. Вот Тони сбегал в Эстонии, из середины Эстонии, они разбегались во все стороны, кто дальше убежит. Так вот, чемпион добежал до границы с Эстонией, да? С Россией. Эстонии с Россией дальше не смог. Там его тормознули, спросили, куда это он бежит. Не смог убедить, что надо пустить его, чтобы он победил. Быстро, без виз. Вот. Значит, там, да, уже были, ну, эффекты чуть-чуть могли, но самую малость все равно. Итак, я из этой точки фотографирую. Что такое фотография? Это просто вот такое проецирование. То есть у меня вот здесь вот на местности ситуация, да, и вот она отображается на этом самом снимке. Но, видимо, невооруженным глазом видно, да, что пропорции не могут сохраняться. Потому что при удалении в бесконечность отрезки могут, ну, там, либо такими же оставаться здесь, либо даже еще большими быть. И все они должны уместиться вплоть вот до этой точки. Вся бесконечная часть этой прямой, она вся умещается на конечный интервал. И понятно, что не может пропорции сохраняться, иначе бы равные отрезки здесь перешли бы в равные здесь, и нарушилась бы, извините, аксиома Архимеда. Ну, по-русски говоря, понятно, что мы бы перешагнули тогда уже через эту точку куда-то. Вот, поэтому мы уже видим, что не сохраняется. Но мы должны вывести, что сохраняется. Мы должны это найти. Это наша задача. Ну вот, смотрите. Давайте обозначим это, значит, точками А, Б, С, Д, и это А с волной, Б с волной, С с волной, Д с волной. И мы сейчас составим вот такое вот странное отношение. СБ к СА разделить на ДБ к ДА. Это длина отрезков. И вот это, я утверждаю, будет одинаковым на фотоснимке и на местности. То есть это вам поможет составить правильную систему уравнений для вычисления недостающей координаты. Дальше вы доделаете сами уже, естественно, да? Там линейное уравнение получится одним неизвестным. А? Да, нет, ну, решать линейное уравнение надо научиться, естественно. Без этого я могу бежать, как-то странно было бы. Это будет уже для сильных духом и слабых умом мероприятие, как у этого, у Кандида в Питере, да, такой, то есть девиз ММБ. Вот. Но мы должны быть сильны и тем, и другим. Значит, сейчас я буду это доказывать, извините, математика школьной программы. Буду доказывать. Значит, поехали. Школьной хватит, да. Вот смотрите, вот эта буковка О. Я хочу заметить, что, да, и пусть вот это альфа, там, не знаю, бета, гамма,
углы, короче. Вы согласны, что если вот эта вот величина будет выражена только через углы, то все будет доказано? То есть это будет означать, что если три луча идут под дальними углами, то под какую бы прямую я вот это вот не провел, это отношение, так как оно выражено через углы, будет сохраняться. То есть мне нужно, по сути, мне нужно для доказательства этого равенства просто соответствующую значит, величину полностью выразить через альфа, бета и гамма, через эти углы. Ну вот я предлагаю, ну вниз, вверху как бы, они мельче как-то, да, хуже видно. Давайте на нижней картине посмотрим, жалко, два фломастера, но не бойтесь, у меня есть еще два. Я запасся сегодня, знал, что я буду здесь выступать, вот они, фломастеры. Так как черный и зеленый есть, нам нужен только красный и синий. Вот. Рассмотрим треугольники. Вот эти вот треугольники, значит, вот такие вот треугольники ОБЦ и ОАЦ. А также, соответственно, треугольники ОАД и ОБД. Вот, и сейчас я запишу площадь, вот площадь, да, треугольника О, значит, БЦ, да? Площадь треугольника ОБЦ равна, ну, помните формулу площади через сторону и высоту? Кто помнит формулу площади через сторону и высоту? Не, ну ладно, не, ну серьезно, неужели никто не помнит? Одна вторая, да? Одна вторая умножить на сторону БЦ на высоту. Натурально. Да, высота вот у них одинаковая. Вот, то есть, смотрите, получается так. А S треугольника OAC, соответственно, равна 1 вторая на AC, да? На то же самое H. Поэтому вот это отношение, которое мы тут изучаем, вот это вот отношение... Оно же равно отношению просто площадей. Вот здесь можно заменить. То есть h и 1 вторая сокращается. Если я разделю площадь вот этого на площадь вот этого, то у меня получится ровно bc к ac. Вот эти. То есть то, что вот здесь находится. Поэтому это просто площадь треугольника OBC делить на площадь треугольника OAC. Но пока еще непонятно. Ну и дальше на эти две. ODC, DB, да, делить на площадь треугольника O. ДА, самого огромного этого, огромного. Потому что здесь тоже все посокращается, аж одна и та же у всех. Значит, мне нужно теперь вот эти площади, с ними как-то поработать, с площадями. Дело в том, что площади считаются иначе, не только через формулу площади, вот эта стандартная формула, что мы умножаем длину стороны на высоту и делим пополам. Но есть еще одна формула для площади, которая уже, наверное, боюсь, ну вот только математики ее знают. Это произведение сторон. Слушайте, ну вы, ну, вы же знаете все. И пополам, правильно, еще пополам. И пополам, да. Знаете анекдот про пополам, бородатый? Да, о, знаете. О, не знаете. Ну, человек попал в автокатастрофу через неделю. Глаз его один открывается, а врачи думали, он же сдох уже давно. Тут глаз открывается и такой голос: «Хорошо, что пополам». А врачи: «Нет, нет, нет, у вас ничего не пополам, все целое, вы совершенно там куча там этих всяких фингалов и так далее, но каким-то образом вы остались целы». Он не реагирует: «Хорошо, что пополам». Ну, в конце концов, значит, врач говорит: «Что пополам у вас? Что?» Ну, МВ квадрат. В общем, здесь у нас тоже пополам. S треугольника О, Б с волной, С с волной, также равна 1 вторая ОБ с волной на ОС с волной и на синус бета. На синус бета, правильно? Вот. Так, а S треугольника О, А с волной, С с волной, равна 1 вторая на ОА, ОС,
на синус. Ну, альфа плюс бета, да? На сумму, на синус это вот среднего угла, который сумма двух. Are you with me, господа? Вы следите? Вы не вырубаетесь никуда, потому что, в общем-то, ничего сложного пока нет. Это просто формулы, и все. Это формулы вычисления площади, альтернативные такие формулы, другие. И поэтому отношение равно отношению, да? Что ушло? 1/2 ОС, да? Возникла ОБ на синус бета, делить на ОА на синус альфа плюс бета, да? Так, а что это будет тогда по аналогии С треугольника ОДБ? Делить на С треугольника ОДА. Что это будет? 1/2. Ну, на самом деле, вот это все я могу уже не писать. Я могу записать сразу ответ. Смотрите, вот здесь нет буквы С. Вот, смотрите, урок математики, да? Вот здесь нет буквы С. Значит, есть, не будет буквы Д. Ну, если здесь все сократилось, что с С было связано, то какого лешего здесь будет? Я просто другое С подставил, да? Но оно же так же сократится, да? Тут же идут ОД и ОД. Значит, можно сразу написать ответ, что это равно ОБ с волной на синус, только тут надо синус аккуратно посмотреть. Тут был бета, будет бета плюс гамма, да? И здесь будет ОА с волной на синус всех прямо альфа плюс бета плюс гамма. Только не думайте, что синус бета плюс гамма – это синус бета плюс синус гамма. Так, и теперь надо вот это разделить на это, и получится двойное отношение. Вот это разделить на это. И что? Все. Все ушло. Синус бета на синус альфа плюс бета делить на синус бета плюс гамма делить на синус альфа плюс бета плюс гамма. Что и требовалось доказать? Нет зависимости от чего бы то ни было, кроме углов. Только от углов зависит. А раз от углов только зависит, то от наклона этой прямой ничего не зависит. А значит, это константа на всех изображениях. И на... Ой, можно еще действительно охрененный какой-то совершенно. Я не знаю, как вы такое делаете. Вот. Так что правило двойного отношения четырех точек. Берете, Тонис вам выдаст карту спецэтапа. И там будет фотография, вы возьмете, вычислите все, что вам надо, перенесете на карту и потом выиграете ММБ или там неплохо выступите, по крайней мере. Давайте какие-нибудь еще спецэтапы вспоминаем. Там уже как бы, ну вот, например, был спецэтап, который назывался «Судья». О, да, значит, история создания этого спецэтапа. Как она называлась? Магическая звезда. О, привет! Привет! Я тут доказал, что двойное отношение не зависит от того, на фотографии или на местности. И мы согласились. Вот. Так что, чтобы это самое... Не искали КП в точке, которая получается простыми пропорциями. Когда фотографию... Ну, когда спецэтап полет, помните? Да-да-да-да-да-да, в чистом виде. Это он. Вот. Теперь... С помощью коллективного преобразования Ильяца Гонков доказал, что это машина в 400 КП. О, круто. А он здесь? Илья. Ну, в смысле, это было понятно правильно. Это было понятно правильно. Он походу делает, когда он машина. Давайте про звезду расскажу. Действительно... Значит, как начиналась звезда? Саня говорит, все идеи исчерпаны, нужна свежая кровь. Я, значит, говорю, хорошо, дай следующее задание. КП расположены в 9 точках на плоскости, ну и дай там 3 из них, да? В 9 точках на плоскости, которые обладают тем свойством, что 18 отрезков их соединяющих равны между собой. Как такое представить, да? Знаете, что такое задача Эрдоша? Задача Эрдоша, самая любимая его задача, великого математика, у которого было 1500 публикаций, Эрдош, значит,
1913-1997 или 6, не помню. 6, 7, хрен с ним, ладно. Ну, уже, да. Значит, он всю жизнь занимался математикой, больше ничем. Ни семьи, ничего не было, у него даже дома не было. Он ездил из места в место. Вот. Он приезжал в город и говорил, мой мозг прибыл, говорил он своему коллеге. Коллега вез его домой, он две недели жил с ним, работал, писал статью и дальше отправлялся в следующий город, так и жил всю жизнь. И у него была любимая задача, он оставил ее потомкам. У вас есть фишки магнитные, знаете, такие бывают на досках, магнитные фишечки. И вы должны взять много-много фишек, ну, например, 57 фишек, да, например, так случайно возьмем какое-нибудь число, и расставить их на плоскости так, чтобы как можно большее количество отрезков были друг другу равны. А сколько отрезков, если точек 57? Ну-ка. Нет, сколько вообще всех отрезков? Вот я измалюю все. Вот у меня 57 точек. 57 на 56 пополам, да. Потому что любой отрезок соединяет две точки какие-то. Концов там этих 57, может быть. Вторых концов 56. Ну, пополам, потому что я два раза его посчитал. Я как бы мог с той точки считать и с этой. Ну, это дофига, да? Ну, вот вопрос, сколько из них можно уравнять друг с другом максимально? И как эта величина растет? С ростом n, вот количество точек. Вот если это приравнять к n, стремить к бесконечности, и поставить задачу вот такую, сколько можно будет. Примерно как растет это, как, например, 100 умножить на n, или как, может быть, как что-то еще умножить на n, или как какая-то функция умножить на n. А может, это вообще растет как n в степени там 4 третьих, например. Ну вот ответ такой, никто этого не знает, это одна из величайших открытых проблем, которые Эрдős выдумал. Никто не знает, в огромном лаге, вот для математиков я могу сказать, что асимптотика здесь между n и n в степени 4 третьих на данный момент. То есть более точной асимптотики никто не знает. Ну к n там прихреначили какую-то медленно растущую функцию, медленнее всех степенных, но это, понятно, погода не делает. Но возвращаемся к ММБ. Так вот я говорю, ну вот делай вот такую задачу. Вот пусть они... Знаете, какая картина возникает? Это просто блеск. Вот сейчас я вам нарисую 9 точек, чтобы были расстояния. Значит, тут такая будет... такая покореженная шестиугольная звезда. Покореженная, потому что у нее будут разные вот эти тут, значит... Ну, в общем, значит, короче, вот это все будет одинаковые, но немножко будет такая кривобокая. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, они все будут одинаковые. И это такой классический рисунок, это первое красивое расположение для 9 точек как раз возникает, такое сильно нетривиальное. До этого все абсолютно тривиально, до 9 точек как бы быть. Но доказать нетривиально, что больше нельзя. И здесь тоже доказать очень нетривиально, что, например, 19 отрезков нельзя уравнять. Но, значит, 18 уравнять можно, и я предложил вот такую вот картину, сказать, что вот эти 9 точек должны быть, да, 9 КП спецэтапа находятся в вершинах такой странной конфигурации, где 18 отрезков между собой равны, ну и дать, например, вот эти 3 точки. Ну и хренач себе дальше, вот думай, да. Ну а решили, что это слишком будет, поэтому Саша заменил на очень простую задачу про граф Голомба, который и дал. Вот эта магическая звезда, это граф Голомба, это такой тоже знаменитый граф. Там с помощью всяких циркулей все высчитывается, в принципе. Вот, то есть... еще добавлять это бытование. Вот. Ну а если говорить о воспоминаниях, то, конечно, я вот сейчас перечитал, я не могу просто читать его без слез, вот эти отчеты. То есть, насколько вот у меня был хороший слог письма, вот сейчас уже, конечно, нет этого. Сейчас я не могу так написать, никогда больше так не напишу. Я пишу сейчас отчеты, но они уже такие сухие, они, ну, что-то там пробежал, марафон или что-то. Ну, в общем, ММБ я участвовал
Конечно, больше всего я вот этот питерский запомнил, когда был вообще хороший шанс на то, чтобы прямо в тройку войти. Первый самый, в 2002 году, который вот еще очень мало народ ходил, и никто не понимал, как бегать. Вот, и там был шанс, там надо было полностью проигнорировать, вот я потом сравнил времена, надо было полностью проигнорировать этап с 4 КП по полчаса. Там вот эти вот тараканьи горки, только в Питере там. У нас есть тараканьи горы здесь, да, по 20 метров, 15. А в Питере они по 50. Вот так вот. Хренак вниз, а? Там в кустах нет КП идет. Ну где? Я взял один кусты, потряс, нет КП. Другие потряс, нет КП. Блин, вернулся и этот КП, значит, я его так и не взял, да? Ну и, в общем, вернулся ни с чем. Я потратил кучу времени. Если бы я сразу проигнорировал этот этап, то там было бы совершенно четкое третье место. Но это 2002 год, это очень давно было, да. Потом мы приехали со Славой, устроили здесь первый марш-бросок. В 2003-м озеро Стекло. А марш-бросок за день до моей защиты кандидатской диссертации был. Поэтому я его не бежал до конца, чтобы не явиться разбитым на следующий день на защиту. Но первый день пробежал, на следующий день уехал. Вот. И в субботу, помню, да, бежал даже впереди некоторое время, совсем впереди. Но тогда народ был слабее гораздо на ММБ. Сейчас если вот я приду на ММБ и, например, возьму все КП, скорее всего, это будет 150-е место. Нет? Сотое. Ну, значит, сотое, да. Примерно. То есть, что-то в этом духе. А тогда, да, ситуация была другая. Потом, значит, четвертый год, это вот 30-й, вот этот вот, да, 30-й КП, который взял Дима Иванов. Седьмой. Ну, слушайте, отчет 7-го КП я всем рекомендую. Я выложил его, вот Саше я выслал. Ты можешь распространить, как бы, в комментарии к этой записи, да, просто. Вот, почитайте. Ну, а потом, после 9-го года, я уже не участвовал в ММБ никогда. А еще некоторое время участвовал в бегущих городах. Первые бегущие города мы повыигрывали. У нас была команда «Лягуха-вездеход», которая поехала в Питер и была первой исторической командой, победившей москвичей в Санкт-Петербурге. Я, Мусатов, Ильинский и Чернов. Вот, Чернов сейчас, к сожалению, в Америке. Но мы там все очень четко отлажено, там, кто записывает все номера автобусов, которые идут, кто... И еще вот у нас было ноу-хау. Такой ноу-хау для атлантов. Ну вот, кстати, кто участвует в бегущем городе? Сейчас я вам скормлю стратегию, как побеждать. Я уже не могу ее воспользоваться, я уже так бегать не умею. Вот смотрите. Нельзя составлять план и четко ему следовать. Вот у тебя 10 автобусов идет в другую сторону, ты ждешь своего. Все. Неправильно все с самого начала. План должен зависеть от того, какой транспорт придет. Поэтому у вас в голове должна быть сетка из планов, такая вот динамическая сетка. Придет 13-й трамвай, вы едете вот вначале в этот КП, а потом думаете. Придет 6-й, вы едете туда, а потом думаете. Да? То есть вы должны полностью реагировать на тот транспорт, который вам подошел. Это совершенно четко, это очень крутая стратегия, которая сильно-сильно лучше дает результат. Мы тогда пробежали 37 километров, а Капелевич, который был за нами, пробежал 50. Представляете, как он бегал? Но все-таки он опоздал. Ну, потому что стратегия, да, должна быть умной. Ну вот, на этом я, наверное, это самое, да, завершу. Потому что Саша уже приехал, всем не терпится узнать, где же будет испытание духа в этом году. Я тоже это... Ты прямо сейчас, да, это объявишь? Ну, да, когда ты на вопросы ответишь. А, да, если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Нету вопросов. Ну все. А, давай. Это самую первую задачу прямую. Если потом захотите поискать, то гуглите какие-то запросы. А, двойное отношение четырех точек. Двойное отношение, да. Возник вопрос о практической применимости вот этого соотношения, которое там было написано. Если неизвестна точка сборки, как ее вычислить? Она не нужна, в том-то и дело. Значит, тебе нужны только координаты все, которые у тебя на карте, три, кроме одного КП. Обозначаешь до Х вот это, соответственно, КП. Вот. Вычисляешь выражение от Х, приравниваешь к фотографии, где у тебя просто число, и получается уравнение линейное от Х.
x равно тому-то, решаешь его, все готово, возвращаешься туда. То есть тебе точка не нужна, в том-то и дело. И это самое практическое, на самом деле, военные только этим и занимаются. Они разгадывают эти фотографии. Я выступал в кадетских классах много раз и в училищах в Суворовском, в Нахимовском. И всегда неизменно один и тот же запрос. Алексей Владимирович, самое главное, объясните им проективную геометрию. Никто не умеет считывать фотографических снимков, а это то, что мы делаем каждый день в огромном количестве. То есть вот это вот двойное отношение, это ровно то, что каждый божий день по 100 раз используется в военном деле. Ну а также в мирной картографии, естественно, тоже.